привез разгружать машинку одну. Здесь разрыв. Человека, который сам себя не любит, невозможно будет и полюбить по-настоящему. Потому Нью-Йорк. Как нет ориентиров. Сам человек домик неплохой. Во внешнем мире. Не дает тех самых сигналов о том, что он достоин. Это квартиры, апартаменты. Квартирные дома. Если отношусь к себе как попало, то почему я ожидаю, что другим так нельзя? Почему я ожидаю, что другие как-то вдруг знают, что меня можно любить? Задавались ли вы какие-то вопросы? Попробуйте. Ты транслируешь, как к тебе относиться, тем, как ты относишься к себе сам. И еще одна очень важная вещь, над которой стоит поразмышлять. Отсутствие любви к себе порождает еще много проблем. Нью-Йорк. Если мы поменяем ориентиры и начнем опираться на внутреннюю любовь к себе, и уже из этого состояния взаимодействовать с другими людьми, когда мы для себя ценны, вот тогда и для других мы станем ценными. Нашу помощь и поддержку начнут ценить по-настоящему искренне и по-настоящему искренне проявлять к нам искреннюю, добрую, теплую, ту самую нужную. Ну и знаете, есть люди, которым вот само словосочетание «любовь к себе» как-то не нравится. Ну, если вы из их числа, предлагаю назвать это не «любовь к себе», а, например, «самоценность». Самоценность, как вам такое? Ну вот первая смс пришла мне с вопросом. Ну а как же любовь к детям? Она же та самая, которая очень важная. Знаете, вот прям скажу честно. Мы испытываем очень трепетные чувства к детям, пока они маленькие. А действительно ли вы любите того самого подростка, например, который начинает как-то проявляться в мир, вам не всегда это нравится? Искренне, честно, всегда ли вот в мамы это поведение? Мама, которая встает ночью, например, кормить ребенка, может сиюминутно и не испытывать к нему в этот момент любви. Так бывает. Она может это выполнять механически, из чувства долга, но это нормально. Она может хотеть спать, быть очень уставшей, у нее уже батарейка, может быть, села. И действительно, входим так на фривей, случается в нашей жизни. Любить истинно, города. Она может, когда в хорошем самочувствии. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, ей, конечно же, стоит позаботиться о себе. Жертвенности все для детей, а я на последнем месте. Ну, на мой взгляд, она в корне не верна. Потому что я считаю, что именно поэтому оплата, мы на большой так дороге. Много требуем и ожидаем от своих детей. Ну, вот мы на фривее. 347-201-0410, телефон для ваших мнений. Сегодня обсуждаем такую значимую тему в нашей жизни, как самоценность и любовь к себе. А я вернусь к вам буквально через несколько минут. Все вокруг бизнеса. Сегодня пасмурно, а небоскребы все там, вон они. Себе спрашивает у меня радиослушатель. Отвечу так, и да, и нет. Есть такое понятие, как гурме, а такое понятие обжоры. Гурме любит себя, обжоры нет. И вот почему. Если тебе...
это честно себе признать. С этим, конечно, сложно работать. Могу сказать, что шапку мы покидаем эту проблему, но работать с этим стоит. И начать нужно именно с того, что признать себя. Наши союза в таких районах дома не покупают. Что конкретно ты заедаешь? И если вдруг... 44-44. На каждом перекрестке стоят. Сейчас не время болеть гриппом. Значит, самое время сделать прививку от гриппа. Прививку от гриппа можно безопасно и легко сделать всюду в городе. Давай, Нью-Йорк, еще раз засвечим рукава. Самое время сделать прививку от гриппа. Чтобы узнать, где можно сделать прививку от гриппа, посетите nyc.gov/flu и позвоните по номеру 311. Приехали стрелкам. Вырвались. А это уже районы почище.